Президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 апреля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что место проведения мероприятия будет объявлено позже. В ближайшее время объявят аккредитацию для представителей СМИ на это мероприятие. Тогда и станет известно место проведения. Стоит отметить, что пресс-секретарь президента России отказался говорить о темах предстоящего послания.